Когда-то давно он заканчивал Саратовское театральное училище, а уже в этом году пройдет третий международный театральный фестиваль, связанный с его именем. Олег Янковский – выдающийся актер и кинорежиссер, чьи роли еще очень долго будут помнить настоящие театралы и кинокритики. В современном мире довольно сложно переоценить посещение подрастающего поколения театр. Однако лишь 1/5 часть молодежи нашего города регулярно посещает настоящий храм искусства. И пока вы стоите в пробке или думаете, что приготовить на ужин, я собираюсь спросить у прохожих людей на улице, считают ли они важным посещение театра, часто ли ходят и знают ли, какое самое важное театральное событие этого сезона состоится уже 11 ноября. Как считаешь, вообще вот молодежи важно ходить посещать театр? Мне кажется, что важно, потому что человек духовно развивается, когда ходит в театр. Конечно. Нет, да. На мой взгляд, да. А почему? Ну, это как бы... Развивается. Нет, не традиция. Это даже развитие культуры, по-моему. В Саратове есть такая проблема, что у нас молодежь очень редко посещает театры. Как вы думаете, как можно с этим бороться или что можно сделать, чтобы изменить это? Интересны режиссерские работы и актерские. Единственное, больше ничего. Наверное, нужно изменить структуру театра, чтобы молодежи нравилось. Лучше заманивать людей. И, наверное, не знаю, больше тратить на них деньги, бюджет, чтобы был лучше, развитие. Больше делать, может быть, реклам каких-то, больше... Ну, я не знаю, и мне кажется, реклама должна быть. Как думаете, как это можно изменить? Может, что-то нужно добавить или наоборот? Комедий. А да. У нас очень много комедий. У нас много комедий. Большинство людей любят чисто смеяться. Цены на билеты. А как думаешь, кино когда-нибудь сможет полностью заменить театр? Я думаю, это невозможно. Мне кажется, нет. А почему? Совершенно разные вещи. Так, молодежь это интереснее, согласна. Но театр это вживую все играется. Нет, вполне возможно. Это невозможно. Мы не допустим хоть по одному. А вот кто говорит, что это невозможно? Почему невозможно? Чем вот они отличаются? Театр это культура, а кинотеатр это всего лишь кино. По итогам нашего опроса можно сделать вывод, что для того, чтобы молодежь чаще посещала театр, нужно просто больше его рекламировать и немного отодвинуть время начала спектаклей. Хоть и не все участники нашего интервью часто ходят в театры, отрицать значимость храма искусств они не стали. Хочется лишь так же, как они, по-станиславски, не верить в том, что киноиндустрия когда-либо сможет вытеснить театральное мастерство.